Всем хей, с вами Дэйв Вин, и это обзор мода Nature Aura. Nature Aura. Короче, у меня вот он древний саженец. И, кстати, да, я взял, видите. Тут, короче, все предметы Nature Aura. Здесь есть буковь Natural Aura. Вот оно. Домое разрешение, средство открытия. Здесь есть еще... Ну, что еще здесь есть? Вот это, вапоризер какой-то. Redstone Aura Vaporizer. Здесь есть роза забвения. Видите, новое достижение синий лотос. Так вот, давайте уже посадим. Тут, по идее, должна быть аура. Это, блин. Вот так вот. Вот садим. И по идее, здесь должна быть аура. Видите, вот это аура. Или нет, или частица, как ее так назвать. Ну что, вот такие вот кружочки. Ну, сейчас. Вот такие вот кружочки, которые падающие. Вот такие вот. Ну, вы, надеюсь, поняли меня. Есть здесь роза забвения. Ну, это вот так просто. Чуть садим сначала. У нас сегодня не получится никак посадить. Не знаю почему. Есть здесь Book of Natural Aura. Ну, то есть книга, ну, руководство. О, видите? Book of Natural Aura. Руководство по природной ауре. Book of Natural Aura. Аура. Вы знаете. Аура сложная материя или из... Блин. Не понял сейчас. Аура сложная материя или... Блин. И создавать, собирать и использовать ее может быть трудно. Ну это так, просто чуть-чуть сбился. Книга природной ауры содержит всю информацию, необходимую для этого. Разблокирование прогресса 7.8 открыто. Тут, короче, надо открывать что-то. Наверняка я уже, наверное, открыл вот это вот. Вот это вот, короче. Чего-то там, не знаю. Если честно, ну это дерево, да, дерево. Так, здесь есть Redstone Aura Vaporizer. Сейчас я отключу этот дождь. А, блин, это... Что-то такое, прям, не знаю, прям сбился так. Так, ну ладно, давайте посмотрим... Ставим вот этот вапоризер. Интересно просто. А что у нас в руководстве? Руководство. Это у нас... Ничего у нас. Ну, короче, вот такая вот аура здесь, ну, вы знаете. Вапоризер. Ну, я даже не знаю. Сейчас что-то такое, можно что-то... Нужно розу сюда положить. Да, не, вроде. Короче, вот он этот вапоризер. Вы знаете, что это? Короче, вот он этот вапоризер. Итак, что у нас еще здесь есть? Стол под уношение есть. Стол под уношение. Эй, боже, ты хочешь это? А это достижение просто. Так, давайте еще вот поставим вот сюда. И тоже мы ничего не можем. Ну, с этим взаимодействовать сейчас. Давайте поставим воду. Ну, нальем воду сюда. О, положил что-то. Может, тут точно так же сейчас. Ладно, не будем это. С этим вапоризером. Ну, этим вот. Короче, что-то я здесь положил. А что? Я не знаю. Не, ну я знаю, блин, это ведро положил. А что он вообще дает, я не знаю. Короче, вот такой вот стол подношения. Подношение, то есть. Да. Что у нас еще здесь есть? Здесь есть у нас вот это кирка ботаника, топор ботаника, лопата ботаника, мотыга ботаника и меч ботаника. Здесь тоже то же самое, это экипировка, так сказать. Здесь есть какой-то экологический окуляр. Что это, я не понимаю. А, внезапно я вижу намного лучше. Что именно лучше можно? Не, наверное, не получится. Ладно, экологический окуляр, я не знаю, что такое вообще. Не в курсе. Это искусная воронка есть. Золотой лист. Время, блеск. Ну, тут, короче, вечно какие-то там. Ну, вот эти достижения. Бутылированные призраки. А я думал, кровь. Бутылированное вещество. Бутылированный солнечный свет. Бутылированная тьма какая-то. Амулет гнева какого-то. Так.
О, вот это, наверное, посерьезнее. Тут Skyseekers, PickX, акция, блин, господи. Skyseekers Handex, или как его там. Skyseekers Shovel, Hoe, ну, Skyseekers и Skyseekers Blade. Тут то же самое, тут экипировка этого Skyseeker какого-то. Знак какой-то, знак Эйфории. Мистическая лупа. Вот тут. Что? Я шпионю своим маленьким глазом. Блин, что это такое? Ладно. Soul Striders Pixies. Soul Striders Handex. Акция. Hand Axe. О. Soul Striders Shovel. Soul Striders Hoe. Hoe, мне кажется. Soul Striders Blade. Ну и тут то же самое, экипировка. Это что такое? Bottled Vacuum. Вакуум какой-то. Что? Breached Deluxe, Breached Deep какой-то. Так, короче, вечно какие-то достижения. Что у нас тут? О, 1887 открыто. То есть 18%, мне кажется, открыто. Что здесь у нас есть? Можем использовать? Мы не можем использовать. Может... А что? Вы видите вот это аура вокруг? Ну вот это вот. О, положил сюда, не знаю. Не знаю, что это такое, это какой-то стол. Одна, здесь мистическая лупа. А что она вообще здесь делает? А я не знаю. Амулет гнева. Ну-ка. Да я что-то не получится. Сделать. О, видите, вот древние листья какие-то. Это, видите, аура. И тут тоже, видите, вот это в левом, ну, в верхнем углу. Там написано аура вокруг. Да, конечно, интересный такой мод. Сейчас я включу. Так, ладно. Так что у нас еще здесь есть? А давайте оружие какое-то, например, Skyseekers. 7 урон, 1,6 скорость атаки. Давайте кого-то загасим. Корову, например. А, нет, давайте вот этого. А, ну мне кажется. Ну, мне кажется, что. Как обычно, наверное, алмазная ки. Ну, меч алмазный. Он так бьет, наверное. Ну ладно. Так, здесь древние доски, это нам не интересно. Внешний поджигатель. Уютное тепло. А что? Ой, блин, зачем я его выкинул? Зачем я его выкинул? Это поджигатель, что это? Может, сейчас мы разберемся. Это кнопка. Может, надо вот это. Ладно, мне кажется, здесь лишнее, мне кажется, это все. Так, аура мушрум. Правда, конечно, это у нас не получится посадить нормально. Да, не получится посадить нормально, потому что я просто не знаю, как это все использовать. Так, что у нас еще здесь есть? Разрушающий катализатор. Что это такое? Интересно мне просто узнать. Так, разрушающий катализатор, это что такое? Не знаю, что это такое. Что-то типа что-то разрушает, мне кажется. Не, что-то, короче, разрушает, мне кажется. Что-то разрушит или что? Или что-то типа такого. Здесь есть золотой порошок. Он же ставится как редстоун. Да, он ставится как редстоун. Ладно. Что-то как он. Занимаюсь, короче, это как редстоун. Так. Что у нас еще дальше? Это рельса какая-то. Аура кактус. Корпорел. Эй. Ай. Это что такое, что оно делает, интересно? Оно ничего не делает. Оно, блин, ничего не делает. А почему оно не делает, а? Какой-то глаз. Что с ним делать? Когда-то с ним что-то непонятно.
Это лист. Золотой лист. Что? Что у меня здесь такое? Ладно. Так. Кактус. Кактус. Мне кажется, на песке, да, он делается. Ну, то есть, растет же на песке. В песке, мне кажется, ладно. Вот он, песок. Сейчас мы кактус посадим. Во! Вот он, этот кактус. Сколько он урона дает. Сейчас, сейчас. Это чтоб так, монстры не трогали. Вот, мне кажется, вот так, наверное, лучше. Game mode. Survival. Да-да-да, смотри. Смотрите. Так, сейчас. Ну да, он, это же кактус, он же колет. Естественно, он будет колить. Хорошо, ладно. Так что у нас еще дальше здесь у нас? Это просто так обзор предметов, так сказать. А не обзор мода. Ну, хотя, возможно, и вторая часть будет. Так. Затяжной поглотитель. Репер. Какой-то. Рипс какой-то. Давайте поставим вот это. И что он делает? Вот тут. Блин, я не знаю, что это. Вот это что он здесь? Вот это же. А, вот этот блок вообще я не могу поставить. А, не, могу поставить. Что с ним могу делать? А я не с ним ничего не могу делать. Взаимодействовать. Да блин, задолбал-то, тут сейчас его. Отключу. А что у нас еще здесь есть? Опа! А, это же. The games of and warped our mushrooms can be found in the forested regions of the Nether, where they sprout alongside their our less counterparts. When starting out as a magical botanist in these hellish regions, they can prove especially beneficial. Physical, because. Короче, что-то это. Ладно. Так. Один пошел вон. Где-то вот. Вот это. Жуткие страшные скелеты. Что это такое? Это буков, ага, что-то. Получил достижение. Блин, тут часто, конечно, эти достижения. Прям, давайте его уничтожим, потому что, блин, что-то. Уберем, потому что нам уже как-то реально крипово, как то он выглядит. Так что у нас еще здесь есть. Так, оружие. 6 урона, это, скорее всего, только, наверное, хуже будет. Блестящее волокно тут даже навести нормально не могу. Так, это что такое? Кэш ауры. Аура сокровищница какая-то. Аура сокровищница. Что это такое? Я могу ее использовать, что ли? Я не могу ее использовать, не знаю. Не знаю, не знаю, что я не могу ее использовать. Может, я просто не знаю, как этим всем пользоваться. This is token of undoing friendship какой-то. Эндер окуляр. Знак ярости. Знак, ну, вы понимаете. Слиток небес. Что это такое? Слиток небес, это возможно. Возможно, это. А, у меня вопрос, кстати. Это сейчас слиток небес. Вот что-то он с этим делается или нет? Так, сейчас, подождите. Сейчас верстак. Может, он что-то делается с чем? Или поставим верстак, что с него может вообще делаться? Может, блок небес какого-то? А, вот. Block of the skies. Я угадал, что-то с этим оно делается. А возможно оружие что-то сделать можно с этого. А можно взять оружие? Ну вот, можно сделать оружие, например. Нет, сейчас вот так, оп. Оп. Не, он тоже меч с него не делается. Ну, возможно, что-то можно построить с этого блока такого. Так, рука времени. Что это делает? Что оно делает? Рука времени. Я тоже вообще без понятия, что оно тоже делает. Если честно. Так, короче, я сейчас, наверное, побыстрее. Так. Так, гнилые листья какие-то. Так. Аура Блум. Аура Блум. Он садится. Оно. Растение садится. Хм. Вау, прикольно. Правда. Ну, возможно, это будет вторая часть, где я там все буду это, наверное, использовать. Возможно. Так что да, возможно будет. Так, что? Амурар Расаид.
Распутыватель с... Какое-то древнее дерево, парты, блин. Короче, какой-то порошок устойчивого. Хранение. Баранс. Что за баранс? Вау. А, кстати. Так можно здесь поставить, так, оп. Это Powder of Barrens. Вот так вот понаставлять. А давайте, кстати, вот так понаставляем. О, видите? Как же красиво, да? Как же красиво. Ну ладно, наверное, буду завершать. Ну, короче, всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока.